Мы уже говорили, что в буддизме есть четыре основных учения, называется четыре благородных истины. Мы можем в практике, когда наблюдаем за собой, развиваем внимательность, осознанность, наблюдать. Есть страдания, есть причина страданий. Страдания не приходят просто ниоткуда. Хорошо, чтобы мы именно такую последовательность могли в своей медитации наблюдать. Чем обусловлены мои трудности, мои проблемы, если я что-то неумело думаю, неумело мысли, приходят эмоции, если я создаю какие-то сложности в своей жизни. Смотреть не на результат, а смотреть на причину. Не на поверхность, а на корень этого, откуда это начинается. Не на источник. Любое страдание имеет свой источник в неумелых качествах. Мы говорили об этом. Либо жажда, жадность в уме, либо недоброжелательность, либо неведение. Есть страдания, есть причина страдания. Но есть вторая часть жизни. Есть освобождение от страданий. Может, мы завтра на последний, уже в последний момент поговорим об этом. Есть освобождение от страданий и есть путь, ведущий к освобождению от страданий. Путь практики. Агхатарана Сутта. Пересечение наводнения. Саньютта Никая 1.1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саватхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндике. И когда наступила глубокая ночь, некий Дева, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джетты, подошел к благословенному. Подойдя, он поклонился благословенному, встал рядом и сказал ему: «Как вы, господин, пересекли наводнение?» «Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение». «Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение?» «Когда я останавливался, друг, то я тонул. А когда я боролся, то меня сносило. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение». Дева: «Долго искал, и, наконец, я вижу, Брахмана, полностью угас который, не останавливаясь и не напрягаясь, привязанности к миру смог он пересечь». Так сказал Дева. Учитель одобрил. И тогда тот Дева, подумав: «Учитель согласен со мной», поклонился благословенному и, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез.